Привет, меня зовут Ольга. Добро пожаловать в Люлию. Называется этот город Гамлестад. Это по-шведски, что переводится на русский язык «старый город». Сейчас мы приехали в такой старинный городок. Это самый большой старый город, находится в Швеции. То есть старая церковная деревушка. В этой деревушке во время церковных праздников собирались со всей округи Швеции, северной Швеции. Так как северная Швеция довольно-таки большая, то и дорога сюда дальняя и трудная, особенно в зимний период, то здесь есть вот такие построения, маленькие домики. Здесь их примерно около 400 домиков, 500, где-то 500 комнат, где прихожане могли ночевать, они могли познакомиться, они могли побыть в течение недели, когда, допустим, во время Пасхи, во время Рождества. Это типично. Сейчас, на данный момент, это музей под открытым небом. Но некоторые домики до сих пор функционируют, и до сих пор здесь можно во время служб, церковных служб, остаться переночевать. Вот эта деревушка, она находится под охраной ЮНЕСКО. Вот. Здесь церковь 15 века. Вот, и охраняет всемирным наследием ЮНЕСКО.